Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бұл әкім сағаты жобасы. Әкімдердің халықтың алдына шығып, есеп беретін кезеңі де келіп жетті. Бүгінгі хабардың тізгіншілері әдеттегідей менің әріптесім Гүлмира Бақтиярова және мен Қуандық Таныбас. Добрый вечер. В прямом эфире әкім сағаты. В ближайшие полчаса в центре внимания Иртышский район. Әкім сағатының бұл жолғы қатысушысы Ертіс ауданының әкімі Бейсекин Аян Уахидұлы. Аян мырза, студиямызға қош келдіңіз. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Құрметті телекөрермендер, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Студиямыздың телефоны 33-90-35, қаламыздың коды 71-82. Хабарласыңыздар. Ертіс ауданының әкімі сіздердің барлық сауалдарыңызға алдағы жарты сағатта жауап беруге дайын. Также для вашего удобства у нас работают WhatsApp и Telegram чаты. Ваших сообщений ждем по номеру 8 771 296 52 92. Аян Уахидұлы, енді бұл еліміздің егемендік алғанына 30 жыл, осы студияға келген әр ауданның әкімі өз өлкелеріндегі 30 жылдағы табыстарды жария етуде. Ендіше алдымыздағы LED-экранды пайдаланып, Ертіс ауданының 30 жылдағы басты-басты жетістіктері осындай болды деп өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Өте қуаныштымын. Біріншіден келе жатқан барлық мейрамдар құтты болсын. Рахмет. Енді қысқаша біздің ауданның жайлы айтатын болсақ, соңғы 30 жылдың ішінде ауданымыздың жалпы бюджеті 50 есе көбейген. Жалпы егерде 91-92 жылдары 150-160 миллион шамасында болса, бүгін күні көріп отырсыздар, 7,5 миллиардқа дейін өсіп отыр. Бұл жалпы экономикалық ахуалдың жақсы екенін көрсететін бір көрсеткіштердің бірі. Бұл сонау 90-шы жылдармен салыстырғандағы дерек болып тұру, жаңа 50%-ға дейін. 90-шы жылдардың басындағы деректермен, елу есе өсіп отыр. Енді бүгінгі күні біздің бюджеттің 7,5 миллиард бюджеттің 4 миллиардтан астамы бұл субвенциялар. Одан басқа 1 миллиард 200 мыңнан астамы ағымдағы трансферттер. Одан кейін мына басты бюджеттің статьяларының бірі бұл даму трансферттері, даму бюджеті деп атаймыз біз 1 миллиардтың үстінде. Және оның ішіндегі біздің өзіміздің тауып атқан қаражатымыз енді ауданда салық түрінде түсетін. Бұл 800 миллионға таман өзіміздің жаңағы кірістеріміз. Аян Уахидұлы, енді жалпы қалай ойлайсыз, жаңа енді өз сөзіңізде айтып өттіңіз ғой, қазіргі мен сол кездегі бюджетті салыстырғанда арасында 50 есе жаңағы көрсеткіш бар екен. Сол кездегі әкімдерге, сол кездегі әріптестеріңізге сондай бюджетпен жұмыс істеу қиын болды деп ойлайсыз ба? Енді бұл жерде әңгіменің ашығын айту керек. Бұл екі бюджеттің арасында енді оның ішіне кіретін инфляция процестері бар, одан кейін арасында болған бір екі девальвацияның жаңағы үлесі бар. Бірақ оған қарамастан, әрине егерде жылдан жылға салыстыратын болсақ, әрине бюджет көп есе өсті. Әрине енді 90 жылдардың басында тек қана біздің ауданға емес, бүкіл елге, бүкіл ТМД еліндегі тәуелсіздікті алған елдерге қиын болды. Сондықтан да қиын қыстау заманнан өттік. Енді қазірде шешіліп жатқан мәселелер көп, бірақ әлі шешетін мәселелерді аз емес. Мына заманның талабына сай енді аяқты басуымыз қажет. Сондықтан да Құдай қаласа енді келер жақын болашақта да шешетін мәселелердің тобы бар белгіленген бізбен. Жақсы. Келесі слайдқа назар аударайық. Так. Дед слайд, да? Сельское хозяйство. Ну, одним из главных направлений нашего района является это отрасль сельского хозяйства. Об этом надо сказать. Если у нас валовый региональный продукт составляет там более 30 миллиардов тенге, из них порядка 70% это как раз-таки отрасль сельского хозяйства. В текущем году вот хотелось бы как раз-таки отметить это дело именно по растениеводству. Мы побили, так сказать, исторические рекорды. В этом году вот посевная площадь у нас составила 270 тысяч гектаров. По сравнению там, с прошлым годом на 5 тысяч больше. Но если сравнить там, с последними 3-4 годами, то порядка на 35-40 тысяч гектаров у нас то есть увеличение имеется. У вас рекордный урожай, да, в этом году? Да, ну, вы, наверное, все слышали уже, что в целом по области рекордный урожай, более 1 миллиона тонн значит, зерновых собрали,
И я хочу с гордостью сказать, что 1/3 значит, этого объема собрали значит, наши хлеборубы. Ертіс ауданының дихандарының тәуелсіздікке бір тарту өткен өзіндік бір сыйлары болып тұрғызды. Ертіс ауданының дихандарының үлкен үлесі. За сколько лет впервые такой урожай? Ну, за все годы независимости точно, не да? было. Да, да, это точно. И мы разговаривали с нашими ахсахалами, которые еще трудились в советские времена. Ну, по старой памяти, говорят, где-то в 73-74 годах такой урожай был. В целом мы являемся лидерами. Я, кстати, вот слушал тоже коллег, которые приходили, выступали здесь, которые говорили там по октябрьским цифрам. Ну, если мы говорим про всю уборку, то, соответственно, Иртышский район в этом году в лидерах. Мы собрали на 1 гектар 14,1 центнеров значит, зерновых культур. И в общей сложности порядка 300 тысяч тонн валового сбора мы обеспечили. Поэтому это такая гордость, за которую, я думаю, рады не только наши земляки, мы имеем в виду Иртышане, а вся область. Ну, огромная благодарность, конечно, нашим сельхозтоваропроизводителям, которые неустанным трудом каждый день значит, а благодаря чему? Потому что ну, все лето говорили о сложных погодных условиях. Нет, здесь ряд вопросов. Конечно, поскольку в целом заниматься земледелием на Багаре это такое непростое дело, конечно, от значит, нормы осадков многое что зависит. То есть есть вегетационный период, за который должно выпасть необходимое количество осадков. И кроме того, есть периоды, когда необходимы эти именно осадки. Можно сказать, мы всю норму, может быть, и не выбрали, но, тем не менее, осадки были именно в те периоды, когда они были необходимы, согласно вот, агротехнологиям. Да? Кроме того, большая поддержка со стороны государства оказывается. У нас практически, вот, если вы на следующих слайдах увидите сейчас, у нас огромные значит, средства вложены значит, на обновление машино-тракторного парка. То есть, если мы говорим там, за последние годы, на сегодняшний день, порядка 80 машино-тракторного парка вообще сельского хозяйства района обновлены. И только за текущий год порядка 4,9 миллиардов тенге было инвестировано значит, в эту сферу. И сами понимаете, здесь есть вопросы инвестиционных субсидий, которые сельхозтоваропроизводители получают. Кроме того, вся техника она приобретается в лизинг. Это тоже меры господдержки, в основном через разные финансовые институты, но это в основном Казагролизинг. Да? И эти программы как раз таки помогают. Кроме того, это вопрос технологий, которые сейчас внедряют наши сельхозтоваропроизводители. Это вопрос усиления кадрового потенциала, вопрос применения удобрений. То есть есть комплекс мероприятий, который позволил обеспечить текущий результат. Далее хотелось бы сказать вот про второй пункт вот, мастичной культуры. Также активно ведется работа, когда мы говорим про технологию, значит, земледелие, но здесь обязательно нужно говорить о необходимости соблюдения севооборота для того, чтобы ежегодно получать хороший результат. И если в прошлом году у нас значит, пассивные площади масличных культур составляли чуть более 20 тысяч гектаров, то в этом году мы их увеличили до 32,7 тысяч гектаров. Валовый сбор у нас вот, и по сравнению с прошлым годом у нас выше, если было в прошлом году в районе 6-6,5, то в этом году вернее, урожайность, то в этом году выше 7 центнеров с гектара. Ну и валовый сбор, видите, там более 23 тысяч. Кроме того, по кормовым культурам, вы знаете, что серьезный вопрос в этом году был по всей стране, так сказать, да. Но, слава богу, у нас картина очень даже хорошая. Мы к зиме полностью готовы. Заготовлено порядка 130 тысяч тонн сена, 33 тысяч тонн соломы, порядка 26 тысяч тонн силоса, это сочных кормов, да, и порядка 5-6 тысяч тонн сенажа. То есть все эти месяцы последние, можно сказать, с июля месяца мы активно занимались заготовкой кормов, и на сегодняшний день все эти вопросы у нас, можно сказать, решены. А личные подворья обеспечены? Это в том числе личное, да? Подворное хозяйство. То есть, да, у всех есть возможность? То есть мы в совокупности сейчас говорим, да. Все хорошо, давайте к следующему слайду перейдем. Ну, по объему инвестиций, вот сейчас только говорил, в целом на текущую дату, ну, то есть на 1 ноября, объем вложенных инвестиций, частных инвестиций у нас составил порядка 6,7 миллиардов тенге, государственных бюджетных инвестиций это 0,8 миллиардов, но до конца года у нас этот показатель будет на уровне 8,9 миллиардов тенге. То есть такие планы и задачи мы себе ставили, и ну, в абсолютных выражениях мы эту работу, ну, то есть эти результаты видим. Кроме того, вот, хотелось бы ряд проектов отметить. Один из крупных проектов, который в текущем году мы ведем,
Это на базе, значит, ТОХ Иртышская. Это исторически, значит, там было молочное производство. Угу. И реконструкция, значит, молочно-товарной фермы там произошла. Порядка, ну, более 1 миллиарда тенге было вложено только на реконструкцию и на приобретение оборудования. Кроме того, в рамках третьего направления, значит, дорожная карта занятости было выделено свыше 700 миллионов тенге. Здесь огромная благодарность лично акиму области, который буквально, можно сказать, сопровождал этот проект. И на приобретение 1000 голов симментальской породы. Это, значит, порода молочного направления, и завозим мы ее с Чехии. Уже первый у нас завоз имеется, более 60 голов мы привезли. Сейчас у нас порядка еще 300 голов стоят на карантине. Я думаю, в целом до конца года мы завоз, значит, 1000 голов уже осуществим. Кроме того, у нас есть вот проект строительства овощехранилища на 14 тысяч тонн. Как вы знаете, последние годы активно развивается вопрос орошение, есть поручение главы государства, да, и вот под эти, значит, под эти мероприятия у нас имеются ряд проектов, в том числе по расширению площадей орошения и по строительству овощехранилища для того, чтобы мы могли обеспечить, так сказать, продовольственную безопасность как нашего района, так и в целом поучаствовать вот в этом направлении в областном масштабе. Жалпы аян уақытылы мынау өнімдер туралы айтып жатамыз ғой, жалпы сіз өз ауданыңыздағы мынау негізгі азық-түлік өнімдерінің көкөністердің бағасын білесіз бе, қадағалайсыз ба? Олар ертістіктер үшін жалпы қол жетінді ме сол бағалардың барлығы? Әрине, енді шынын айту керек, мына көкөністерді кешіріңіздер. Бізде қазір бірнеше енді келіп жатқан сұрақтар бар екен. Құрметті көрермендер, сіздерге айта кетерлігіміз, біз тікелей эфирде жұмыс жүргізудеміз. Біздің студиямыздың телефонына хабарласуларыңызды сұраймыз. Дәл қазір бізге телефонға қоңырау шалған көрермен бар екен. Және Аян мырза, бұдан кейін сіздің жаңағы сұрағыңыздың жауабына оралатын боламыз. Қайырлы кеш, сіз байланыстасыз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Слушайте, слушаем, говорите. Ага. Ассалому алейкум. Сауалыңызды қойыңыз, тыңдап тұрмыз. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Аян Вахитович, сізге бір сұрақ бар еді. Мына Северный совхоз ауылына шлагбаум. Иә. Yeah. Арка туралы. Арка. Что за арка? Арка туралы? Арка туралы. Арка. Арка. А, мына салынған жолдарды бұзбау бойынша ма? Енді КамАЗ-лар ойып тастайды ғой. А, жақсы. Жақсы. Ол сұрақ біздің назарымызда, иә, ол үлкен қаражатты қажет етпейтін сұрақ. Біз биылғы жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша енді Совет үкіметі кезінен, одан кейін тәуелсіз жылдары жөнделмеген жолдарды қалпыға келтірген болатынбыз. Мына Северный ауылдық округінде оған дейінгі жылдары енді барлық әлеуметтік инфраструктураны қалпыға келтірген болатынбыз. Сондықтан да мына комплекстік жаңағыдай сұрақтарды шешу мақсатында осындай іс-шараларды өткізгенбіз. Енді қойып отырған сұрағының жаны бар. Жаңағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілер енді қазір өздеріңіз білесіздер, енді мына егінді жинау мәселені енді аяқтадық, одан кейін мына көмір тасу бар, мына жаңа салынған жолмен жүріп соны бұзып тастайды деп қорқып отқан шығар. Сондықтан да таможня, которая дорога, да? Нет, это совхоз Северное. Это отдаленный, да, ваше? Село Северное. Да, это вот буквально на границе она также находится, да. Пограничный сельский округ. И ну, необходимо, значит, вопрос установки арки решить. Решим этот вопрос. На көкөністерге байланысты биылғы жылы бізде мына ОХ Иртышская жаңағыдай серіктестіктің аясында 160 гектар картоп, техникалық дақыл және 80 гектар морков сәбіз егілген болатын. Оның барлығын қазір барлық жаңағыдай егістікті жинап, барлығын осы сақтау қоймаларына енгіздік. Енді қазір біздің ауданымыздың 5 әлеуметтік магазині бар, нақты келісімшартқа отырған. Осы 5 әлеуметтік дүкендерде бізде осы белгіленген бағамен 100-110 теңгемен осы көкөністер сатылуда. Одан басқа біздің мына региональный стабилизационный фонд бар, білесіздер, оны өңірлік стаб фонд. Өңірлік стаб фондтан да 10-нан аса позиция бойынша
на келісім шартқа отырғанбыз. Біздің осы 5 әлеметтік дүкенде осы пайыздардың барлығы сатылады. Мысалы, қант талатын болсақ, осы күні кеше ғана жібере бастады. Егер де қаланың өзінде қанттың бағасы 340-тың үстінде болса, біз оны 240 теңгеден алып, қазір ауданымызда 250-260 теңгеден сатып жатырмыз. Осындай ярмарки у вас проходит, да, каждый день? Апта сайын. Каждую неделю мы проводим сельхозярмарки. Тоже где, цены, да, фиксированные? Где мы, да, мы даже не фиксированные, ну да, фиксированные цены, в принципе, они дешевле, ниже рыночных. И на этих ярмарках мы реализуем как продовольственные товары, так и, значит, и корма, сено, уголь, там, дрова там, и так далее. И нам подсказывают, что у нас есть телефонный звонок, да, по-моему? Я бізге телефон алып орошылған. Келес көрімін бар, кеш шарық, сіз байланыста сұтындап тұрмысыз да. Здравствуйте, Аян Махитович. Меня зовут Рахметова Марзия, я жительница села Мангельды. У меня такой опрос, наверное, который интересует как бы не только меня, но и многих моих земляков. Будет ли к нам, к селу проводиться подъездная дорога, Рахмет? Многих дорога интересует. Да, Рахмет, за вопрос. Ну, Амангельдинский сельский округ у нас также является приграничным. Да, там есть проблема, которая напрямую вообще связана, так сказать, с вопросами национальной безопасности, поскольку единственная дорога, которая ведет вот именно к крайнему селу, селу Амангельда, она идет у нас через контрольно-пропускной пункт международного пункта пропуска. Поэтому вопрос уже многие годы поднимался. Значит, в текущем году, в начале текущего года акимом области было дано поручение о том, чтобы мы занялись этим вопросом. В рамках районного бюджета были выделены средства на разработку проектно-сметной документации. И буквально, я думаю, мы до конца года успеем получить, значит, все необходимые экспертизы и заявиться уже на финансирование в областной бюджет. Но поскольку это поручение Акима области, я думаю, в следующем году мы займемся этим вопросом. Проект, скорее всего, будет двухгодичным, поскольку это строительство новой дороги от села, значит, Ленина до села Мангельда. То есть это будет ответвление от республиканской трассы. Уже работа началась. Вопрос, да, мы сейчас ведем работу по проектированию, а дальше уже будем заниматься строительством. Аян Охайдулы, бізді енді зум арқылы күтіп тұрған жерлестеріңіз бар екен, сұрақ қойғысы келген. Біз оларға да кезек берелік. Қазір сізге осы зум арқылы сұрақ қоятын болады. Экранға назар аударайық. Добрый вечер, Аян Вахитович. Я жительница села Голубовка. У нас в совхозе ведутся многие работы по благоустройству села, по улучшению благосостояния населения. И вот хотелось бы на этом уровне вам задать такой вопрос. Возможно ли у нас в совхозе, в нашем поселке, строительство детской современной площадки? Хорошо, спасибо. Вопрос понял. Значит, мы в текущем году выделяли средства на строительство детской площадки, но, к сожалению, из-за нерасторопности руководства сельского округа, ну, уже там бывшего руководства сельского округа, сейчас у нас там выборы были проведены, сейчас новый аким сельского округа, значит, не успели провести соответствующие закупки в срок, и, соответственно, это мероприятие не исполнили. В следующем году, значит, мы запланируем эти средства, уже, вернее, запланировали там порядка 6 миллионов тенге. Из своего бюджета? Да, из районного бюджета. Но, кроме того, это хорошая новость для всех жителей села Голубовка. Мы планируем в следующем году участие, значит, в проекте «Аул Ельбесыгы». И еще есть ряд вопросов по социальной инженерной инфраструктуре, которую необходимо приводить в порядок. Вот по аналогии с селом Козлажар, Северный, который мы в этом году приводили в порядок. Да. Мы заявили сейчас все эти проекты, поэтому будем ждать решения республиканской бюджетной комиссии, выделения соответствующих средств. И дай бог, если средства будут выделены, мы в следующем году приступим к этим работам. По этой программе будут участвовать? Ну, задача какая была? У нас, значит, в районе имеются три опорных населенных пункта, значит, районный центр, который обособленно идет, и спутниковое село Козлажар, где у нас более 1500 человек проживает. Мы уже практически от Козлажари, значит, в Северном, в Агашурине, значит, прошлые и текущие годы работы эти провели. Теперь у нас остается село Голубовка, то есть, которое мы в следующем году планируем. Но еще есть ряд вопросов по дорогам села Иртыш, также у нас на контроле. После этого мы пойдем уже по приграничным сельским округам. И здесь вот самое ключевое, которое хотелось бы сказать для своих земляков,
при защите проектов по развитию села прежде всего учитывается вопрос, значит, динамики роста численности населения сельского округа. Поэтому как тех сел, где у нас неустанно уменьшается количество, значит, населения, туда, конечно, сложнее привлечь бюджетные инвестиции. Но об этом я отдельные уже и прямые эфиры проводил, отдельные встречи с населением, потому что есть у нас населенные пункты, где имеются у нас серьезные инвесторы, но тем не менее население там где-то против реализации этих проектов. Ну, не всегда это обосновано, поэтому я сам лично ездил, встречался, разъяснял. Здесь нужно понимать, нам необходимо, чтобы была динамика роста численности населения. Для этого нужно производство. Да, тогда мы сможем привлекать сюда и частные, и, значит, бюджетные инвестиции. Жалпы, Ертіс ауданында демографиялық жағдай қандай, халықтың бір өсімі байқала ма? Оңтүстіктен көшкен ағайындар бар ма? Иә, жалпы өкінішке орай мына демография мәселесі бұл тек қана біздің Ертіс ауданы үшін емес, жалпы барлық ауылдық аудандар үшін өзекті мәселе. Мына енді әлемдік процестерге де қарайтын болсақ, мына дамыған, мына дамушы елдердің қатарында жүрген біраз елдерде мына урбанизация процестері жүріп келе жатыр. Сондықтан одан ешқайда қаша алмаймыз біз. Ол әрине болады, себебі кейбір азаматтар енді біздің Астанада, Алматы сияқты мегаполистарымызда, облыс орталықтарда барлық жағдай жасалып жатыр. Сондықтан да адамдар осындай цивилизацияға ұмтылады. Бірақ оған қарамастан бізде енді қанша шаруа, қанша жұмыс және қанша қомақты қаржы жұмсалып жатқанын жаңа айтып кеттім. Барлық осы мәселелерді жаңа қадағалау үшін біз мына мәселелерді шешіп отырмыз. Жалпы халықты айтатын болсақ, соңғы 2 жылдың ішінде енді бізде кішкентай бір теріс сальда бар. Бірақ оған қарамастан біз оңтүстік өңірлерден де азаматтарды әкеліп жатырмыз. Одан басқа елдің басқа түкпір-түкпірінен квалификация жоғары кадрларды шақырып жатырмыз. Мұғалімдер бар арасында, механизаторлар бар, агрономдар бар деген сияқты. Сондықтан бұл жұмысты да келер жылда да жалғастырамыз. Жақсы, ендеше біз кезекті бейне сұрақтарға берелік. Экранға назар аударайық. Бізге сіздердің жерлестеріңіз жолдаған бейне сұрақтар бар. Сәлеметсіз бе, Аян Вахитұлы. Мен шекарашылық Майқоңыр ауылының тұрғыны, Құбайдың Қуаныш қабылына әзір болдым. Мен сізге халық атынан алғысымды білдіремін. Біздің ауылымызда көп жұмыстар атқарылып жатыр. Көптен күткен жаңа су құбыры құрылысы жүргізіліп жатыр. Кеңес үкіметі кезінен жөнделмеген жолдар жөндеуі басталды. Ұялы телефон байланысы қойылды. Қазіргі уақытта ауылымызда жасөспірімдер мен жас шекарашыларға футбол ойнайтын алаң жоқ. Осы сұрақтың шешімін сұраймыз. Біз ауыл жастары көмектесуге дайынбыз. Рахмет. Мына өте жақсы сұрақ, өте маңызды мәселелерді қозғап отыр. Мына тек қана біздің шекаралық ауылдарда емес, жалпы біздің аудан үшін өткенде елбасының алдын, президенттің алдында да айтқан едім мен, елімізде басты мәселелердің бірі әлі күнге дейін ұялы байланыстың кейбір ауылдарда жоқтығы деп. Енді бұл мәселе өте маңызды мәселе, ол сұрақ бойынша өткенде президентке де айтқан болатын, биыл ғана 5 ауылда осындай жобаларды жүзеге асырдық. Ендігі жылы енді тағы 2 ауылымыз қалып отыр. Ол жерде де осы сұрақтарды шешеміз деп. Енді мына Майқоңыр сақтар стратегиялық маңызы жоғары мына шекаралық ауылдарда әрине барлық инфраструктураны дамыту керек, оны түсінеміз. Биыл республикалық бюджеттен нұрлы жер бағдарламасы бойынша бөлінген қаражатқа орталықтандырылған су құбырын салып отырмыз. Оны осы амандық болса, осы айдың соңына дейін іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл өте маңызды мәселе. Одан басқа мына спорттық инфраструктура бойынша жалпы ауданда тек қана биыл 7 ауылда жаңа шағын спорт футбол алаңдарын салған болатынбыз. Енді осыны көрген басқа ауылдың өкілдері, жастары енді оларды сұрайды. Yeah. Осы сұрақтардың бірі тек қана Майқоңыр ауылы емес, басқа ауылдарды yeah. сұрап отыр. Жаңа айтқандай, стратегиялық маңызы жоғары, одан кейін халықтың динамикасын өсуі өсімі бар ауылдарда осы жобаларды жүзеге асырамыз. Майқоңыр ауылы келесі жылда да бізде есепте бар. Ендігі жылы уәде берейік. Аян Вахитович, вы у нас все-таки необычный аким. Вы состоите у нас в президентском кадровом резерве, причем в первом его составе, когда отбиралось очень так, мне кажется, вообще жестко и как-то так это ответственно. Недавно встречались вы с главой государства, сейчас только вы об этом упомянули. А вот о чем вы ему еще рассказали? О каких проблемах села, вот таких вот прям актуальных? Вот, наверное, о том, что вот идет отток, все равно тоже говорили?
Ну, главная задача при встрече с главой государства, значит, я главную задачу перед собой ставил, значит, донести информацию о реализации в целом государственных реформ, инициированных им. То есть в 2019 году, вы знаете, началась реализация, с приходом Касым-Жомарта Кемелевича началась реализация программы «Аул ел бесігі». То есть я рассказал о том, что какие проекты реализуются, в частности, в Иртышском районе. Поскольку мы-то непосредственно на земле находимся и занимаемся как раз-таки реализацией этих инициатив. Есть эффект от этого? Вы видите же его? Однозначно. Вот я сейчас сказал про сельский округ Казажарский, про Северный сельский округ, про Голубовку рассказал, которую планируем. Агашорн мы в 2019 году полностью комплексно практически сделали. Остались вопросы дорог, только там пару улиц буквально. Кроме того, затронули вопрос выборности акимов сельских округов. Это тоже очень важный вопрос, который является началом такой масштабной политической модернизации. И эти вопросы, значит, они уверены, что ему было интересно, значит, получить обратную связь, как реализуются эти, значит, реформы на земле. Ну, кроме того, озвучили вот эти вот ряд вопросов, я сейчас озвучил, да, там, по обеспеченности мобильной связью, интернетом наших сел. Ну, и хотелось бы отметить, конечно, большая благодарность тоже Багдату Батырбековичу Мусину, который является, наш земляк тоже, Екибастузский, да, который является министром цифрового развития. С его приходом реально, вот я прям чувствую, что реально сдвинулись с места вопросы, значит, обеспечения сел мобильной связью. Поэтому вот при таком заданном темпе я уверен, что буквально год-два наверняка все села Казахстана будут охвачены необходимым, значит, оборудованием и качественной мобильной связью. Видите, инициатива за молодыми и креативными. Спасибо. Біз енді хабарласқан тағы бір көрерменнің сауалын қабылдап көрейік, өйткені хабарымыздың аяқтауына 3 қана минут қалған екен. Кеш жарық, сұрағыңызды қысқадан нұсқа ойға тұрсаңыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Алло, здравствуйте. 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 Я жительница села Иртышск. Меня зовут Валентина. Скоро Новый год, и хотелось бы узнать, будет ли у нас новогоднее кормление в Иртышске? Горки для детей или еще что-то? Интересный вопрос. Да. Спасибо. Ну, такой житейский вопрос. Людям хочется, да, праздника в любом случае. И людям, и детям, в частности. Да. Да, мы в этом году запланировали, Валентина, мы в этом году запланировали, значит, ряд мероприятий к Новому году, в том числе вопросы оформления, вопросы установки горки не одной. Поэтому у нас на центральной площади все эти мероприятия будут реализованы после 16 декабря. Да, ООН день. Ну, до этого надо объяснять не надо, наверное. У нас большой праздник — это, значит, День независимости, который мы также будем масштабно праздновать. У нас очень много мероприятий запланировано. Масштабно в плане содержания. То есть никакой там лишней помпезности не будет, но такой содержательное, там, да, очень хорошо, много хороших содержательных мероприятий запланировано, в том числе и гости, значит, с Павлодарского, ну, с областного центра также приедут у нас, ну, имеют всякие концертные коллективы. И я думаю, мы очень на хорошем уровне проведем и День первого президента, и 16 декабря. Ну и, конечно, вишенка на торте — это подготовка к Новому году. Для детей это тоже важно. Все эти вопросы у нас на контроле находятся, будут реализованы. А Ян Охитович, у нас, мы с вами встречаемся почему-то всегда накануне дня вот работника сельского хозяйства. Что будет у вас в этот день в районе? Тоже какое-то на празднество? Да. Тем более вы житница наша. Да, помимо того, что житница, я говорю, вот этот год у нас рекордный. Да, мы в субботу планируем коротко его. Коротко скажите. Да, в субботу планируем его отпраздновать. У нас запланирована концертная программа. У нас также будут, значит, вручены почетные грамоты, благодарственные письма от имени руководства области. То есть праздник будет? Однозначно будет хороший праздник. Аян Охитұлы, біздің енді жылдағы әкім уәдесі атты айдарымыз бар, есіңізде болар. Былтыр сіз қандай уәде бергеніңізді есімізге түсіріп көрейікші, экранға назар аударайық. Напомним всем. Келесі жылдары мына спорттық инфраструктураны қалпыға келтіреміз деген ойдамыз. Жаңа жаңағыдай футбол ойнайтын алаңдарды құрамыз деген ой бар. Одан басқа мына спорттық комплекс саламыз деген енді ойымыз бар. Облыс әкімінің қолдауы бар, сондықтан да алла жазса келесі жылы осы жобаларды іске асырамыз деп уәде беремін. Осы уәдеңіз не болды? Де спорт комплекс. Да, рахмет. Енді айтқанымдай, былтыр уәде бергенбіз, 7 шағын футбол алаңын құрамыз дедік, оны құрдық. Одан басқа спорттық комплексті биыл бастадық. 2 жылдық жоба, биыл бастадық. Енді амандық болса, келесі жылы
тамыз айларына тамам бит, енді құрылысты бит, тамамдып, одан кейін бірінші үлкен республикалық деңгейдегі шараны өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Бәрекелді. В этом году новая эстафета добрых дел. Аян Мұхитұлы, алдыңызға мінекі жеті конвертті, жеті хатты жайып қойдық. Соның енді арасынан біреуін таңдап, ашып, ішіндегі хатта не жазылған екенін оқып, және оны орындауға ел алдында, жұрт алдында уәде берсеңіз. Викторина болды. Открытие борцовского зала с достойным оснащением. Погромче. В районе требуется открытие борцовского зала с достойным оснащением. Ну, еще один спортивный объект получается, еще один спортивный. Нет, это получается, мы, наверное, будем делать тогда, у нас будет и так и большой спорткомплекс. Мы, наверное, один, наверное, зал давайте отведем и с оснащением все вопросы с районного бюджета будем решать. То есть в этом спортивном комплексе будет? Да, но это очень большой спортивный комплекс. Я вас обязательно приглашу, чтобы вы приехали, поучаствовали на наших мероприятиях. Да. Шақырыңыз бұтымыз. Достойного уровня спорткомплекс. Енді мына қалған хаттарды да міндет түрде өзіңізге табыстаймыз. Олармен енді танысып шығасыз деген сенімдеміз. Аян Уахитұлы, алтын уақытыңызды бөліп, келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Спасибо вам за интересный разговор. Наш эфир подошел к концу. Мы прощаемся с вами до пятницы. В пятницу на ваши и наши вопросы ответит Аким Павлодарского района. Сау, саламатты болайық.